Сегодня 17 июля 2021 года. Все пышным цветом цветет. Розочка вот эта вот красная скоро второй раз зацветет. Тут на дачу в Пушкино уже ягода по второму разу пошла. Но вот это вот барон Салемахер, он, конечно, это будет все лето расти и цвести. А вот сегодня, наконец, можно полюбоваться лилией, которая душисто пахнет. Я ее в прошлом году посадила вместе вот с этими хризантемками. Но вот это очень крупные будут желтые хризантемы. Тут вот красненький уже начинает. Лилии сегодня прекрасные. Вот такая вот красота, ароматные. Но домой их, конечно, не возьмешь. Так, что тут еще у меня? Флоксики начинают цвести. Это такие крупные, высокие. Это вот гортензия. Ну, не знаю, пока она просто обильно белая. Каким цветом будет попозже, не знаю. Это вот я рассадила флокс. Он немножко, ну, как бы поредел, но хорошенький. Вот это вот поздние флоксы. Тут дельфиниум отцветает. Тоже не знаю, что-то не могу его никак семенами развести. Это вот галин цветок, забыла, как он называется. Там вот малинка посажена, смородинка подходит. Малину пособирала. Сейчас покажу еще дальше, что у нас. Сегодня иргу почти всю собрала. Ну, там, ну, так не видно, конечно, очень рясная. Но еще подоспевает. То есть завтра вот приедем, еще тоже надо будет собрать. Красную смородину собрала. Это я забыла, что-то такое. Тоже галом не отсаживала. Это вот флоксы, самые первые. До свидания.